Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, жмите на колокольчик. Ах да, это ж не здесь. Извиняюсь. Меня зовут Денис, вы на канале Horde & Play. И мы продолжаем играть в игру «Внешние миры». Ну или по-английски «The Outer Worlds». Извините за мой английский. Так, и да, конечно, надо пошариться. Пошариться надо везде. Походить, посмотреть, поискать и изучить. Поломать. Можно, конечно, не ломать. Ладно. Ящики какие-то. Оп-оп-оп-оп, что-то интересное. А. Ничего интересного. Торговые автоматы. Прикольно. Мне главное не купить, а мне главное что-нибудь бы продать. То есть еда. Обычная еда. А, вот что-то интересное. Шлемы, черепа. Или черепа, шлемы. Ладно, мне не до этого. Ерунда. Хы-хы. Ну блин, он же стоит, зачем смысл? Ту-ту-ру-ту-ту. Ту-ту-ру-ту. Музяка. Качака. The grease monkey, Argo. Да ладно тебе. Seems we've got a guest. Really not, Pavati. I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Честно, никогда не любил читать. Ей-богу, это просто какой-то трындец. Везде чтиво. I'm Reed Thompson, outpost administrator. I cannot help. Угу. Да-да. Конечно. Yes, so seems I allowed my excitement to run away with my. Угу. Да-да-да. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Всех заберем. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismiss. I beg your pardon. I can't let you have. Да ладно. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned. Go down to the geothermal plant. Почти это не значит заброшен. Botanical district over to us. Хе-хе. Ну прям как я сказал. Почти заброшенный, это как? I was not entirely sure. The people living in the botanical labs. They're deserters. Former workers. I need them back at their posts. I need them. Какой нуждающийся парень в людях. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters. My dad told me all about the plant, taught me all he knew. I mean, if that's all right with you. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I can't. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb. О, тут даже помощница есть. Прикольно. Great. Well, I am. Напарник. Ну, понятно, что делает напарник. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Давно я в снаряжение не заходил. Глянем, что у нас здесь интересного. О, черепушка добавилась. Одеть, естественно, одеть. Это же Dead Space. Мертвый космос. Ладно. Пистолеты, ничего интересного. В принципе. Пистолет как пистолет. Все они одинаковые. А, тут даже разрушение есть. Это, соответственно, может поломаться. Поломаться в ненужный момент. Что-то я подвисаю в чтиве. Одинаковые же.
Чи стоит по-разному, не пойму. Ладно. Так, это что у нас? О, это поинтереснее уже. Кинжал. 60. Я всех зарубаю и порежу. Вернее, забью и порежу. Как-то так. Меч, меч. Одинаковые мечи, только что по прочности. Более-менее хоть. Так, 67, броня. Снаряжение. А, это медикаменты. А что я не могу поставить и не снять? Ничего не могу сделать. Печально. Это понятно, сожрал, что-то получил. Так. Ага, ясно, понятно. Задание это тоже ясно, как его понятно. Хлам. Хлам. Раздел напарник. Парвати. Интересно, ты соответствуешь своему имени? Будешь ты рвить их всех или не будешь рвить? Ого, молоток. Ничего интересного. А бы поклацать. Ей-богу. Главное это сохраниться. Всегда сохраняйтесь. Ну что ж, поехали на самое серьезное задание. А где музыка в лифте, не понял. Музыку отключили. Негодники. Hey, mister, can we talk? Чё? Ты где? Can we chat? Давай. You just want it. It's just Mr. Thompson has his own да, view. Да, 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 бла, 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 бла. Бла, 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 бла. To Mr. Thompson. Бла, 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 бла. Бла, бла. Боже мой. Life's Mr. Thompson's aiming to take away their power. Конечно. I think you should talk to the town's vicar about it. Обязательно. Max. Зайдем к Максимке. Так, надо что-то купить или надо что-то продать. А чтоб что-то купить, надо что-то продать. Правильно? А то мне не хватает ни на что. Продать пистолет. А он не продается. А почему? Ага. Понятно. Повысим. Наверное, со временем. Когда-нибудь. Ладно. О как. О как умею. Так, побежали на первое наше задание. Совместно. Совместно на первое наше задание. Ах, да, это же надо к деду зайти. Ух ты, гудит как. Ты чё тут? Ну да, конечно, он же в церкви. Или что-то такое похожее. What? Да ладно, опять читать. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort. And Ms. Just I so re... Хе-хе. Тринди с ним. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb?
Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single word. I can't... That seems well within your expertise. The way we do it, Spike. Adel... I can... Miss Holcomb... Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down Ban. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Thank you. If you retrieve it, you can always... Мне кажется, 80% всей игры построен на болтовне. Не, просто трындишь и все, больше ничего не делаешь. Просто трындишь. Лялякаешь, беседуешь со всеми, собираешь всякие ресурсы и просто балаболишь. Постоянно. Вообще не прекращая. Просто трындишь. Пойдем на нашу уже миссию. Это просто какой-то трындеж один. Сколько можно? Так, перед выходом, конечно же, нам нужно скупиться хотя бы чего-нибудь. Сейчас пойдем немного прикупимся. И потом уже побежим. Как всегда, опять потрындим. Нас много чего спросят. Мы много чего ответим. Потому что тут, походу, ну, невозможно это не делать. Как бы вы хотели или не хотели. От этого не скрыться никуда. Местная пивнушка. Ну что ж, давай, начинай. I don't know you. Конечно. Amelia Kim. I don't know what you're about, but this here. Это трындец. Это просто трындец. Nah. If you're... Сколько можно? Coming right up. Наконец-таки. Довольно-таки еще быстро. Как она еще не узнала? Не знаю даже, что можно еще узнать. Ну, хоть здесь можно продать всякую ерунду и починить заодно. Так, броня. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. 94%. Да, хватило бы мне хоть на что-нибудь бы. Уже было бы хорошо. Так, продать. Можно продать все гамузом. Или нельзя продать все гамузом. Все по частям надо продавать. А не, гамузом нельзя. У меня ж много деталей. О, продать хлам. Ну. Не так-то и много хлама, конечно, у меня было. Да ладно, хоть на починку, я думаю, хватит. Ха-ха. Все, починился, блин. Ща еще что-нибудь продадим. Продать. Продать. Все. Больше нечего продать.
О, палка для крикета. Так, нам направо. Бежачие елки-моталки. Просторы ночного леса. Ого. Я так понял, кладбище. А все бегут, 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 и я бегу. Ух ты ж, бляха, ух и звуки. Первый враг. Окей, okay, sure. Да, конечно. Sure thing. Че я... Да. Okay. Вообще... Тетка неожиданности. Че? Так быстро. Сейчас как режеком за ножу будешь дышками нагать. Да че ты орешь? Да стой ты! Куда ты? Борис, хрен попадешь. Да что такое? Где ты есть? Че она дверь не пускает? На! Да, все в порядке, кроме него. Настало время сбора урожая. Так, и что я тут насобирал? Ничего себе урон. Шлем. Шлем — это хорошо. Теперь я буду циклопом. Калаш. Ни хрена себе, их сколько тут. Сейчас заодно проверим. Ну, что за замедление такое? Какой я тебе, Джафар? Иди ты там, султан не мою. Получи. Нормальный такой хедшот. Правую булку получите. Да чё оно так подвисает? Улучшение. Я тут в самом начале пролетел, поэтому будем делать, наверное, дальний бой больше. И нужно делать больше дальний бой.
Еще один местный паб. Тут 100% что-то интересное даже. Опа-на. Преступная деятельность. Да ладно вам. Nice. Ради такого разочек можно. Дверь мне запили, не хватает. Недолет. И здесь вы тоже. Ты, текать надо. Давай, разбирайся с ними. Очконосец. Ой, это свои. Благо, не попал. Нормальный такой автоматик. Все герои ходят в обход. Чё это? Ох ты, мина. Фигли себе. Та их тут натыкано, как я не знаю кого. Та чё ты ругаешься? Я ж далеко был. Тут еще одна. Походу бабу завалили. А не живая. Ну что ж, я теперь думаю, можно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, комментируйте, пишите в комментариях, что вас больше интересует. Либо прохождение, либо музыкалки. Всем спасибо, всем удачи, здоровья. Всем пока. Увидимся позже.